Привет, друзья! Не так давно, неделю, наверное, полторы назад у меня появился партнер, папик, назовем его так. Не смейтесь только, ну, как еще назвать? Человек сказал, что он когда-то давно ставил, у него был аккаунт, потом по каким-то причинам он ставить перестал, аккаунты то ли заблокировал, то ли потерял к ним доступ, хотя я не до конца понял, но какая мне разница, я не стал все уточнять. В общем, прошло время, и он решил возобновить ставки. Но со своих аккаунтов делать это уже не может. Опять-таки, повторюсь, по каким-то причинам. И он мне предложил, вы знаете, что меня часто разводят, что-то обещают, потом шлют нахер. Так что тут тоже я изначально подумал, да, может, развод какой-нибудь очередной. Он сказал, давай я тебе переведу сначала 10 тысяч пробных. Ты будешь ставить на то, что я тебе скажу, и 10% с каждой ставки тебе пойдет. Ну, я говорю, давай, что, я ничего не теряю. Сначала на Киви не получилось у него перевести. Я думаю, ну вот опять какие-то проблемы, вроде человек готов, и тут опять что-то идет не так. Думаю, сейчас еще перегорит. Но нет. Мы с ним решили, что есть еще способ Юмани, бывший Яндекс Мани. Он перевел туда, все получилось. 10 тысяч я действительно получил. В первый день у нас не особо пошло. Мы все проиграли. Но потом он еще подкидывал. И вот получилось, что уже мы с ним сейчас 2 дня полных работы, ну как полных, мы обычно начинаем где-то во второй половине дня. И получается неплохо. Что-то выигрывает, что-то проигрывает, потом он часто начинает заигрываться. Мы теряем бабки в конце дня, когда уже прибыль можно было бы сделать гораздо большую. Будем как-то с ним работать над этим, уговаривать я его буду, чтобы он заканчивал раньше. Но, тем не менее, процесс идет. Естественно, процесс нормальный, мне нравится так работать. Вчера я заработал где-то 15 тысяч, по-моему. Собственно, не рискую своими деньгами. До этого, в первый день сотрудничества нашего, вообще, по-моему, 20 тысяч вышло, нормально же. Что я хотел сейчас сказать? Я хотел сказать об эмоциональной составляющей этого процесса, психологической скорее. Поделиться своими наблюдениями, как сильно все-таки это отличается, когда ты ставишь сам свои деньги и переживаешь, что же будет дальше, когда ты ставишь вот так вот. Ставишь абсолютно вроде как тебе кажется полную чушь, там 10 тысяч на чемпионат Бурунди, что там будет гол. В нормальном состоянии ты бы сам на это вряд ли поставил, особо причем не думая. Наверное, не знаю, сколько у него там анализ занимает, наверное, пару минут. А тут, ну, Бурунди так Бурунди, Оман так Оман, Саудская Аравия, хорошо, похер, 10 тысяч, 15, 20 тысяч на весело, 20 тысяч там на матч Мары, против него я тогда стоял, не помню кого. И совершенно спокойно все воспринимается. Вы видели, что сегодня мы проиграли 25 тысяч на матче Медведева. Что было бы, если бы я проиграл свои деньги? Агония, желание отыграться и прочее. Ну, как вот сегодня было, я проиграл. Ну, а на одном матче вышел с минусом, на другом. Третий матч ставка не зашла, и потом я поставил 12 тысяч на настолку. Вот как у меня все это происходит. А тут 10 тысяч в аман. Не забили? Да ладно, ставим дальше. 10 тысяч в Буркина-Фасо. Ну, не забили, ну и ладно. Потом там 20 тысяч куда-нибудь прошло, ну хорошо, и радости вроде как особо нет. Ну, кстати, у нас была договоренность, что в матче Медведева, если ставка зайдет, я даже себе процентов не получу. Мы так договорились, что будем болеть чисто патриотическую ставку, чтобы я болел чисто как патриот, а он болел именно за свою ставку. Так что, видите, я все равно проснулся, смотрел этот матч, мне было интересно. Просто интересно посмотреть на матч Медведева с Надалем. Не зашло, так не зашло, я спокойно пошел спать, видите, что я ничего не отыгрываю. Состояние в такие моменты, когда я ставлю на эти деньги, оно совершенно спокойное, совершенно умиротворенное. Вот такое состояние достичь бы, когда я ставлю на свои деньги.
Оно абсолютно абстрагировано от всего. Оно абсолютно именно такое, какое должно быть. Проиграл? Ничего страшного, выиграл. Хорошо. Помните, как мы подняли на матче Жазири? 10 тысяч на кэп 2,7 поставили. Вроде нужно было радоваться, подпрыгивать до потолка, но я спокойно порадовался. Ну хорошо. Небольшой бонус получу. Свои 10%. Ну, не зашло бы, ничего страшного. Вот как бы это сделать, чтобы это было в реальной жизни на реальной ставке? Не знаю, с чем это можно сравнить, как это можно заменить, подменить этот процесс, как мозгу сказать, что слушай, представь, что это не твои деньги, представь, что это не твои ставки, и просто ставь вот так же. Не знаю. Был тут еще случай, что он мне сказал, что деньги будут вечером, часов 8. Слушай, вот сейчас такая прям хорошая ставка будет, такая ставка хорошая. Давай ты свой баланс поставишь, а потом придут, я тебе отправлю. Ничего, считай, что ты на мои поставил. Я сказал, что да, в теории, может, это и было бы возможно. В принципе, ничего в этом сложного нет. Но с точки зрения тактики, психологии, эмоций, я прекрасно себя знаю, я прекрасно знаю, к чему это может произойти. Тут уже отношение будет совсем иное. Тут уже я, скорее всего, дрожал бы, если бы что-то не заходило. И возможно, что после потери 5 тысяч, 10 тысяч, я бы мог запросто поребать бы все остальное. Естественно, когда его деньги, я понимаю, что нахера мне сейчас отыгрываться, потеряв 10 тысяч, есть еще 20. Сейчас он скажет, на что дальше ставить, мы поставим. Ничего страшного. А тут, блин, только что у меня было 30, 10 я проебал. 20 это мои, я же могу на них поставить? Могу. Блин, ну давай как-то там мы попробуем отыграться сейчас сами. Вот. Какое-то тут такое новое отношение нужно вырабатывать. Вот сотрудничество с этим папиком как бы показывает мне направление. Вот таким вот железным, выдержанным человеком ты должен быть. Вот тебе направление, вектор развития. Вот к такому ты должен стремиться, к такому совершенно безэмоциональному состоянию, когда тебя ничем не проймешь, ни поражением, ни победой. Ну вот это я так с вами хотел поделиться о том, что происходит в такие минуты. Потому что я на редкость спокойно себя ощущал, делая все эти ставки. И, в общем, пришел к выводу, что вот оно состояние, в котором я должен совершать и свои ставки. Если у вас есть какие-то соображения, как его спроецировать не только на чужие ставки, но и на свои деньги, на свои ставки, пишите, может, у вас есть какие-то мысли по этому поводу. Потому что вот это вот идеальное состояние, я его увидел со стороны, но да, это легко сказать, когда вот так вот делаешь ставки на чужие, которые, в принципе, не то что не жалко, но ты понимаешь, что, ну, ничего, будет продолжение. Папик потом скажет, что дальше. Наверняка мы отыграемся все равно. А ты просто механически выполняешь свою работу. Есть такой план определенный. Даже если этот план не сработает, ничего страшного в этом не будет. Да, это психология, понятно. Вот. Такая же психология должна быть выработана и при ставках на свои средства. А при ставках на свои что происходит? Минус 2000. Тут же потом, особо без сильного анализа, ставка еще на 5000, еще на 12. Ну вот, анализ какой сегодня на столке был? Фаворит чуть-чуть проигрывает. Поставим мы его за 1,8. Ну, получилось. В следующий раз могло не получиться. В теннисе 5000 оставил сегодня напарников тоже. Фавориты проигрывали 5-6, поставил на них за 1,8. Ну, вот не получилось тайбрек, право фри они. Ну, в общем, вот такой вот ролик. Такие вот мои рассуждения. Надеюсь, вам было интересно. Пока.